Индейцы племени Наваха сделали смотровую площадку, вот мы ее видим справа, для того, чтобы смотреть на долину монументов. И есть маршрут для джипов внизу. Вот, но мы на мотоцикле что-то не рискнули по нему проехаться. А потому что это чистый песок, никакого асфальта. Вот, вид настолько потрясающий, что какой-то камерой это невозможно передать ощущение вот этой мощи. Тектонические вещи, неподвластные человеку. Миллионы лет тут, тысячами лет тут не пахнет, одни миллионы.